Так, всем большой привет! Сегодня мы покажем с Соней вам, что мы купили на сайте makeup.ua. Так, надеюсь, вам не будет ничего отсвечивать. Ну и, как всегда, я оставлю все ссылки в описании, чтобы вы могли тоже себе приобрести, если вам что-то приглянулось. Так, первое, что я вижу, это вот у нас полотно чека. Ну, все как всегда. Покупок у меня на 273 гривны. Это с доставкой. Соня, давай вытягивать. Так, что это у нас? Это у нас краска для волос. Сейчас я повернусь. Вот, смотрите. Это для мамы краска для волос. Лонда. Технология смешивания тонов. Ну, должна быть хорошая. Так, золотистая шампанское цвет. Ну, я обязательно оставлю ссылочку. Так, теперь следующее. А вот это для меня. Это у нас огненно-красный. Да, буду такая рыжая. Красно-рыжая будет. Тоже такая же, типа лонда. Так, смотрите. Первый раз я заказываю вот такую штуку. Вот кто заказывал, скажите мне, как вам понравилось или нет. Потому что это я первый раз заказываю. Это для ребенка, для зубов. Чтобы зубки не портились. Это... укрепляет, что там, зубы и повышает устойчивость к кариесу. У нас проблема с зубами, поэтому я вот такую штуку заказала. Она, кстати, не самая дешевая, но, думаю, попробуем и обязательно вам расскажем. Так, Сонечка, что там дальше даешь? Соня, что дальше даешь? Помаши привет. Так, что у нас тут еще есть? У нас тут еще есть вот такой вот от Тимоты бальзам для волос, бальзам ополаскиватель. Предыдущий мне очень понравился, поэтому я взяла еще один на всякий случай. Ну, точнее, предыдущий заканчивается, а вот этот вот будем пробовать. Так, еще взяла попробовать бюджетную версию бальзама для волос. Это бальзам маска. Вот такая вот баночка большая, 480 миллилитров. Чтобы я вам не соврала, вот она. 480 миллилитров. Вот. Ну, будем пробовать. Стоит она 22 гривны. Так что попробую, обязательно расскажу. Кстати, если вам интересно, как эти продукты будут на волосах, вы напишите мне в комментариях, я буду снимать об этом видео. Сонечка там уже залаживает обратно. Я не помню, что там еще было. Так, а еще я заказала вот такой вот лак. Вот в оттенке. Тихо, Соня, не падай. Соня. Должна сфокусироваться, короче, я вам лучше скажу. 0,39 в оттенке. Это такой красный-красный. Вот. Так, и вроде бы все. С этим все, ну, как всегда, у нас тут пакетик. И теперь у нас вместо пупырчатой вот такая вот упаковочка. Спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами. Если вам понравилось видео, поставьте пальчик вверх. Если вам видео не понравилось, обязательно отметьте его пальчиком вниз. И я буду знать, что такие видео снимать не стоит. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Пока-пока.